Здравствуйте. А можно узнать, почему вы уже третий раз в нашем участке? Какой? Третий раз. И приводите с собой людей, что ваши проблемы, что ли? Нет, это не у меня проблема, да можно нормально поговорить? Нет, нельзя. Почему вы здесь третий раз? Вы куртку переодели, в голубой куртке были. Вы меня фотографировали? Я нет. Первый раз? Да. Где, покажите, в голубой куртке мне. Я вас не хочу показывать, я все выложу. Куда надо? Покажите мне первый раз куртки. Почему вы на меня так наезжаете? Я почему вас спрашиваю, почему вы третий раз приходите голосовать? Я первый, друзьями. Вы с друзьями третий раз приходите. Первый раз вы были в голубой куртке. Пойдемте в милицию, слышите? А я не хочу идти никуда с вами. Почему вы меня трогаете? Какое вы право имеете меня трогать? А какое право имеете говорить, что я третий раз прихожу? Доказательство. Потому что я вас вижу третий раз. Покажите я вас спрашиваю, почему вы приходите третий раз сюда голосовать? Первый раз. Первый раз? Да. Господи, родину за 500 рублей продать. Кошмар какой. Стыдно должно быть. Мужик взрослый. Ты что руки распускаешь? Иди, иди отсюда, блин, продажная тварь. Я была свидетелем карусели. Один мужчина 4 раза приходил, брал здесь вот бюллетени с группы людей и голосовал. 2 раза я его успела снять, то есть он переодевался, а предыдущие 2 раза не успела. Он сказал, что он еще вернется. Он угрожал, вырывал фотоаппарат. Еще у нас тут неправильно стоят. То есть мы вчера вечером стояли урны вот здесь под камерами. А мы пришли на участок, и с утра они стоят в дальнем углу, то есть их не видно почти на камерах.